Мосприрода объявила о начале фестиваля конкурса «Арт-Эко-2019». Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Московское городское управление природными территориями Мосприрода, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы объявляет о начале масштабного фестиваля конкурса «Арт-Эко-2019». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы. Цель конкурса – создание благоприятной среды для проживания в городских парках водоплавающих птиц. Результатом конкурса будет создание пула профессионально подготовленных ландшафтно-дизайнерских арт-эко-проектов с их реализацией на практике. Три лучших проекта реализуют на природных территориях города Москвы. В ходе конкурса известные специалисты по зеленой архитектуре, урбанистике, устойчивому развитию, экологи, биологи и орнитологи прочтут участникам различные лекции. К участию приглашаются студенты и выпускники ведущих российских вузов в области архитектуры, дизайна, экологии и ландшафта. Зарегистрироваться можно до 30 сентября. Подробную информацию можно узнать на сайте конкурса. На этом у меня все. Следите за новостями столицы на сайте mymsk.online. Всем пока!